11 октября исполнилось 79 лет мэтру индийского кинематографа Амитабху Баччану. В этот день у дома кинозвезды в Мумбаи собираются десятки преданных поклонников, пришедших поздравить своего кумира. Амитабх не стал нарушать многолетнюю традицию и утром, как обычно, вышел поприветствовать почитателей своего таланта. Актеры ветерана поздравляют и в соцсетях коллеги, друзья и члены семьи. Сын Амитабха Баччана, 45-летний Абхишек Баччан, в воскресенье вечером поделился видеороликом, посвященным отцу в Инстаграме. «Мой герой, мой кумир, мой друг, мой отец. С днем рождения, папа, люблю тебя», – написал он. Пост Абхишека прокомментировал известный болливудский режиссер Абхишек Капур. «Поздравляю с днем рождения величайшего». Напомним, что Амитабха Баччан начал свою карьеру в Болливуде в 1969 году, снявшись в фильме «Семь индейцев». Успех пришел к нему в 70-х годах после участия в кинолентах «Затянувшаяся расплата» и блокбастере «Месть и закон». За всю свою долгую жизнь в кинематографе прославленный актер снялся в более чем 190 фильмах. Мы тоже поздравляем актера с 79-летием и желаем ему огромного здоровья и долгих лет жизни. Пусть он радует нас своим творчеством. Если вы тоже согласны, присоединяйтесь к нам, ставьте свои лайки, комментарии под видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости о жизни знаменитых людей. И до новых встреч!